Умная, креативная и просто веселая молодежь градообразующего предприятия без устали готовится к предстоящему фестивалю рабочей молодежи. Мы посчитали возможным, что предстоящему чемпионату мира по рабочим профессиям, который состоится в Казани, посвятить вот такое прекрасное, замечательное мероприятие. Еще раз обратить внимание на заботу о молодежи, о том, чтобы она приживалась в нашем коллективе, что действительно ей хотелось быть на Нефтехиме вместе с нами. И, естественно, чтобы у ребят была возможность проявлять себя. К репетициям нефтехимики подошли основательно. Уже в костюмах в полную силу показали свои номера членам жюри. А за кулисами творилось настоящее безумие. Каждый участник настолько вжился в роль, что скрывать эмоции было очень непросто. Интересно, это то, что происходит здесь за кулисами. Наше быстрое переодевание, вот это вот волнение, да. Хотя это просто репетиция, да. Но все равно мы также волнуемся и на гала-концерте мы выступим просто замечательно. Из года в год акционерное общество «Нижнекамск Нефтехим» делает этот фестиваль незабываемым. В этом огромная заслуга как самих участников, так и жюри. Ведь на каждой репетиции они отбирают сильнейшие номера на гала-концерт. Сегодня состоялся только второй этап отбора. Все подразделения предприятия показали, на что способны. В фестивале принимают участие очень многие подразделения. И надо сказать, мы не имеем сейчас Дома народного творчества. Но, тем не менее, наше подразделение после оптимизации, реорганизации, всякое. Тем не менее, они показывают очень хороший уровень в разных этих жанрах. Так что я думаю, что у нас концерт, гала-концерт должен быть очень интересный. Увидеть самые яркие номера нефтехимиков можно будет 3 и 4 апреля. В первый день в 18:00 в Доме народного творчества состоится фестиваль КВН, а на следующий в 17:30 стартует гала-концерт. Регина Нурмухаметова, Айсулу Хафизова, Марина Чернышкова, Н-Медиа.